Thank you.
Ох, нелегкая работа. Болото. Ну, не такие уж тяжелые. Большие, но не тяжелые. Да написано. Давай-ка, наверное, 2,7. Тогда лучше спустим. Именно веточки. Да, веточки. Чая не будет, Леша? Веточек наломаешь? Вишни. Ну да. Такие где-то, чтобы они, ну веточки были, знаешь, а не то, что там сук. Очень вкусный чай будет. И причем цвет будет, красивый цвет. Мне кажется, из абрикоса, по-моему, тоже. Ну вот, где-то с вишней. Ну, я помню, если мы делался, да. Ну, другое, коровы держали, две коровы было. Молоко. И квашеное такое хочешь, и печеное, и сметана, все свое. Коров, свиней держал, гусей. Посадок кто-то. Кто-то путешествует. Я пойду в Минск, там будет. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!